Сегодня в Ульяновске стартует заявочная кампания по бронированию бесплатных путевок в детские и загородные лагеря для детей участников специальной военной операции. Заявки необходимо зарегистрировать в электронной форме. Уточнить наличие свободных мест можно в разделе «Заявочная кампания для детей участников СВО» в подразделе «Наличие мест». После чего оформить заявку в выбранный лагерь, а при отсутствии мест выбрать другую организацию, смену или подать заявление в резерв. В течение 10 календарных дней после этого родитель или иной законный представитель ребенка должен предоставить установленный пакет документов. В Ульяновске их принимают на проспекте Нариманова, 13, в Димитровграде на улице Пушкина, дом 147. Жители других муниципальных образований могут представить документы в районные органы управления образования. Не ранее, чем за месяц до начала смены, необходимо обратиться в выбранный лагерь по вопросу оформления необходимых документов для заезда ребенка в учреждение.